выполним всем известные общефизические упражнения, разомнемся, укрепим тело, дух. В здоровом теле – здоровый дух. Именно под таким девизом прошла разминка с правоохранителями. Под наблюдением специалиста профессиональной подготовки ребята размяли суставы, разогрели мышцы и выполнили общие беговые упражнения. Цель данного мероприятия – это укрепить, то есть, в сознании подростков те моменты, которые им прежде всего пригодятся в жизни, чтобы подростки проявляли особое внимание спорту, увлекались им. Подобные мероприятия для ребят проводятся стражами правопорядка регулярно. Зарядка сотрудниками полиции направлена на прививание любви к спорту среди подростков и пропаганду здорового образа жизни. Спорт закаляет характер, он очень важный. Ну, во-первых, это всегда поддерживает форму и силу духа. Мы стараемся приобщать детей, которые состоят у нас на профилактическом учете, чтобы они соблюдали, да, правила здорового образа жизни, чтобы не употребляли спиртное, не употребляли табачные изделия. Мы стараемся также проводить с ними беседы по здоровому образу жизни. Кстати, такие же мероприятия также направлены на профилактическую работу с трудными подростками. Сотрудники полиции уверены, что подобные занятия помогут предупредить правонарушения в молодежной среде. И хочется пожелать вам в будущем здоровья, здоровья, здоровья. Это прежде всего, да, и занимаясь спортом, таково оно и будет. Занимайтесь спортом, будьте здоровыми, будьте счастливыми и будьте красивыми. Игорь Шмелев, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».